Mi iz Latviju predstavljaju centru sertifikaciju testirovanja i mi zanimajemo ocjenki ответственности регламенту Евросоюза по органическому сельскому хозяйству. Работаем в Латвии. Латвия у нас около 4000 предприятий, но начинали работу тоже в России. И мы включены в список организаций, которые могут вести работу на третьих странах. И наш код этому списке РУ био 173.